Всем доброго времени суток. Сейчас я покажу вам замечательный автомобиль Mazda CX-5 2011 года на полном приводе в максимальной комплектации с люком. В автомобиль установлен 2-литровый двигатель на автомате, полностью обслужен без каких-либо вложений. Салон у нас в идеальном состоянии, сиденья кожаные, карты дверей не затертые. Также у нас имеется 2 комплекта колес на дисках. Спереди у нас также чистенький опрятный салон. Кожа в хорошем состоянии, ничего не затерто. У автомобиля очень хорошая комплектация. Здесь можете увидеть штатное мультимедиа с экраном. Музыка фирмы Boss, очень хорошее звучание. Также двойной климат-контроль, трехступенчатый обогрев сидений, парктроники передние, задние. Здесь такой вот удобный джойстик управления мультимедией. Бесключевой доступ, вот кнопочка старт-стоп. Мультируль также имеется, датчик дождя, датчик света, полный электростеклопакет, электрорегулировка сидений. Также у нас сиденье с поясничной поддержкой. Имеется вот такой вот люк. Все полностью функционирует. В данный момент двигатель у нас запущен, работает идеально ровно, тихо, без посторонних шумов. По приборной панели вы можете заметить пробег 162 тысячи километров. Кстати, недавно была замена масла. Если вас заинтересовал этот замечательный кроссовер, вы можете посмотреть его в нашем автосалоне столицы по адресу город Ижевск, улица Песочная, 48. Автомобиль можно приобрести по системе трейд-ин в кредит, либо же за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. До свидания.